Уважаемые коллеги, если вы хотите прицельно подготовиться к коррекционно-педагогической работе с детьми с расстройствами аутистического спектра, приходите к нам на магистерскую программу «Теория и практика комплексной реабилитации лиц с расстройствами аутистического спектра». Это относительно новая программа. Выпускники остро востребованы образовательными учреждениями города Москвы. Магистерскую программу отличает мультидисциплинарный характер. В ходе подготовки изучаются дисциплины медицинского, психологического блоков, психолого-педагогическое сопровождение лиц с расстройствами аутистического спектра на разных возрастных этапах. Используются отечественные методологические подходы. Вместе с тем изучаются зарубежные технологии, например, основанные на прикладном анализе поведения. Мощный преподавательский состав. Занятия ведут известные профессора, доценты, авторы учебников, методических пособий по инклюзивному образованию, практикующие специалисты. Прием документов с 1 июня, 15 бюджетных мест, срок обучения 2,5 года. Магистерская программа «Теория и практика комплексной реабилитации лиц с расстройствами аутистического спектра» ждет вас!